Здравствуйте! К вашему вниманию представляется курс видеолекции по дисциплине «Надежность систем управления». Видеолекции содержат учебный теоретический материал, который носит познавательный характер, способствует формированию профессионального мышления, а также способствует развитию практических навыков. 11-я лекция «Методы расчета надежности систем управления». Рассмотрим методы оценки надежности мостиковых схем, приближенный метод преобразования треугольника в звезду и обратно, эквивалентную схему мостиковой структуры и рассмотрим приближенный метод исключения элементов. Цель формирования знаний о надежности систем управления, изучение принципов оценки надежности по приближенному методу преобразования треугольника в звезду и обратно и по приближенному методу исключения элементов. Используя наиболее употребляемые ключевые слова для достижения поставленной цели, приступим к рассмотрению вопросов, предусмотренных планом. Приближенный метод применяется для оценки надежности мостиковых схем, так как возникают сложности определения вероятности безотказной работы мостиковых схем с помощью последовательно параллельных преобразований. В этом случае в качестве показателей надежности используются вероятности отказов элементов. Мостиковой структурой называется параллельное соединение последовательных цепочек элементов с диагональными элементами, включенными между узлами различных параллельных ветвей. Работоспособность такой системы зависит не только от количества отказавших элементов, но и от их положения в структурной схеме. Выбор указанных характеристик объясняется тем, что метод преобразования треугольника в звезду и обратно является приближенным. Значение возникающей погрешности при оценке надежности системы зависит от вероятности, характеризующих надежность элементов. Чем меньше эти вероятности, тем меньше погрешность оценки надежности системы. Так как обычно вероятности безотказной работы элементов близки к единице, то целесообразно использовать вероятности появления отказов. Рассмотрим схему, которая состоит из полупроводникового элемента. И подключим к этой схеме нагрузку, то есть так называемый элемент с диодной составляющей. Если рассмотрим характеристику входа, у нас вход непрерывный сигнал или переменный ток. На выходе у нас появляется следующее изменение сигналов. То есть на интервалах времени Т1 и Т2 теряется половина мощности переменного напряжения, так как диод отсекает нижние отрицательные полуволны. Рассмотрим уже следующую структуру, схему элементов, когда вход является переменным, выход постоянным. Подключим нагрузку, так называемый диодный мост. И рассмотрим характеристики входа. То есть диодный мост переворачивает отрицательное полупериодическое колебание на положительное полупериодическое. Обратите внимание. То есть таким образом получается постоянный ток. Благодаря этому сохраняется мощность, а на выходе моста создается импульсное постоянное напряжение,
частота которого в два раза превышает частоту на входе. Рассмотрим метод преобразования треугольника в звезду и обратно. Приближенный метод применяется для оценки надежности мостиковых схем, так как возникают сложности определения вероятности безотказной работы мостиковых схем с помощью последовательно параллельных преобразований. Пятый элемент нам вносит определенные сложности в этой мостиковой схеме. Поэтому преобразуется в треугольник. То есть рассмотрим участок ABC мостиковой структуры в виде треугольника. Тогда происходит замена следующими эквивалентными элементами. Обратите внимание. А элементы P2 и P4 остаются прежними. Преобразуем треугольник в звезду. Обратите внимание, здесь уже элементы заменяются уже с вероятностями QA, B и C. Соответственно, каждое значение эквивалентных вероятностей определяется произведением последующих элементов. Также можем определить вероятности безотказной работы в точке А, Б и С, то есть так называемая эквивалентная схема мостиковой структуры. Для преобразованной последовательно параллельной структуры определяем вероятность безотказной работы мостиковой схемы следующим уравнением. Приближенный метод исключения элементов. Сущность приближенного метода исключения элементов заключается в том, что в структурной схеме выбирается один или несколько элементов, и затем производится расчет показателей надежности для двух крайних случаев. Предполагается, что выбранные элементы абсолютно надежны, то есть вероятность безотказной работы элементов равна единице. Предполагается, что выбранные элементы абсолютно ненадежны, вероятность безотказной работы элементов равна нулю. В первом случае две точки системы, к которым подключается элемент, соединяются постоянной связью. Во втором между этими точками отсутствует какая-либо связь. Для двух полученных структур определяются вероятности безотказной работы, соответственно, равные максимальным и минимальным значениям. Затем определяется средневзвешенное значение вероятности безотказной работы исключаемых элементов по формуле 11.2, где P и T – это вероятность безотказной работы итого исключаемого элемента, а N – число исключаемых элементов. Окончательно вероятность безотказной работы системы определяется по следующему уравнению. Очевидно, что если среднее взвешенное значение вероятности равно единице, то есть абсолютно надежные исключаемые элементы, то она равняется максимальному значению. Если среднее взвешенное значение равно нулю, то есть абсолютно ненадежные элементы, то она равняется минимальному значению. Особенности метода исключения элементов. С увеличением числа исключаемых элементов точность расчетов понижается. С увеличением числа элементов в системе при фиксированном числе исключаемых элементов точность расчетов повышается. В качестве исключаемых элементов целесообразно выбирать элементы, имеющие высокую надежность. Рассмотрим пример. Даны вероятности элементов мостиковой схемы. 5 элементов. Необходимо оценить надежность мостиковой схемы. Определяем среднее взвешенное значение вероятности безотказной работы исключаемых элементов, подставляя значение вероятности безотказной работы. Получаем 0,94. В
качестве исключаемого элемента выбираем элемент между точками B и C с вероятностью безотказной работы P5. Рассмотрим две структуры мостиковой схемы. В первой структуре предположим, что в месте расположения элемента с вероятностью безотказной работы 5 произойдет короткое замыкание. Обратите внимание на схему. Произошло короткое замыкание. Определяем вероятность безотказной работы структуры короткого замыкания максимального значения и получаем следующее значение 0,99 приблизительно. В качестве исключаемого выбираем элемент между точками B и C с вероятностью безотказной работы P5. Во второй структуре предположим, что в месте расположения элемента с вероятностью безотказной работы 5 произойдет обрыв. Обратите внимание, произошел обрыв. Определяем вероятность безотказной работы структуры обрыв и получаем соответствующее значение 0,99 приблизительно. Средневзвешенное значение вероятности безотказной работы исключаемого элемента примем равное 0,94. На основе формулы 11.3 вероятности безотказной работы мостиковой схемы по методу исключения элементов получаем следующее значение. При проведении оценки надежности по приближенному методу преобразования треугольника в звезду и обратно и методу исключения элементов сравнение вероятности безотказной работы мостиковой схемы показывает, что они близки по значениям. Следовательно, применяемое уравнение правильно оценивает надежность и методика расчета правильная. Исследователь сам принимает решение о применяемом методе расчета, исходя из требуемой точности результатов расчета. Выводы. Применение преобразований треугольник-звезда и звезда-треугольник в ряде случаев позволяет существенно упростить анализ цепей. С помощью этих преобразований удается приводить сложные участки цепей к более простым. Преобразование треугольник-звезда – способ эквивалентного преобразования пассивного участка линейной электрической цепи, то есть треугольника, соединение трех ветвей, имеющих вид треугольника, сторонами которого являются ветви, а вершинами – узлы. В звезду – соединение трех ветвей, которые имеют один общий узел. Эквивалентность треугольника и звезды обусловлена тем, что при одинаковых напряжениях между одноименными выводами электрической цепи токи, которые втекают в одноименные выводы, а следовательно и мощности, также будут одинаковыми. В расчетах электрических цепей оказывается полезным преобразовать треугольник в звезду или совершить преобразование звезды в треугольник. Практически часто встречается потребность преобразования треугольника в звезду, чем в обратном преобразовании. В качестве исключаемых элементов рекомендуется выбирать элементы с максимальной надежностью. Отметим, что с ростом числа исключаемых элементов точность расчета надежности исходной системы падает. При фиксированном числе исключаемых элементов и при росте числа элементов исходной схемы точность расчетов будет увеличиваться. На самостоятельную подготовку данные контрольные вопросы
и перечень рекомендуемой литературы. Используя рекомендуемую литературу или другие источники информации для изучения контрольных вопросов, вы можете обобщить и закрепить данный материал. А полученные знания будут полезны вам как в учебном процессе, так и в дальнейшей вашей профессиональной деятельности. Спасибо за внимание!